Инфляция в крае в январе по сравнению с декабрем составила 0,9%. При этом продовольственные товары стали дороже на 1,3%, непродовольственные товары и услуги на 0,6%. Больше всего за месяц подорожали свежие огурцы, рыба живая, груши, яблоки. В пределах 8,5% подорожали рыбные консервы, оливковое масло, сгущенное молоко, черный чай, свежие помидоры, сухофрукты. Дешевле в пределах 3% стали копченые продукты из мяса и птицы, свинина, деликатесные продукты из рыбы, орехи. Среди непродовольственных товаров прирост цен отмечен на металлочерепицу, фотоаппараты, шины, велосипеды для дошкольников. Также подорожали планшетные компьютеры, бытовые холодильники, детская обувь и одежда, средства связи, сообщает пресс-служба Краснодарстата.